Сегодня хочу вам представить еще несколько тканей, которые мы получили вот только что. Конечно, очень все красиво. Даже не знаю, с чего начинать. Теплые ткани вам уже показала. Джерси показала, ладены показала. Показала вам шанели. А сегодня хочу вам бархаты. А сегодня хочу вам показать немножко шелка. У нас тут есть и один хлопок. Но все очень модное, очень красивое, очень новое. Перед нами вот такой молочный шелк. Ну, конечно, хочу сказать, что это, конечно, для какой-то очень дорогой роскошной вещи. Или блузы, или вставки, или какого-то платья. Кому нужно белое платье, это шелк, который весь заложен вот в такую складочку, идеальную абсолютно. Хочу, чтобы близко показали. 100% шелк. Вот видите, он весь вот в такую вот, можно сказать, как плессировка, но это не плессировка, она прошита. Но он совершенно вдоль вот так вот не растягивается вообще ни на миллиметр. Очень-очень плотная ткань. А поперек, ну, чуть-чуть вот имеет растяжение совершенно немножечко. Абсолютно не тянется, абсолютно, абсолютно восхитительные складочки. Мало того, что шелк, но он еще просто очень хорошего качества шелк. Абсолютно новая ткань, такой еще у нас тут не было. 100% шелк, без никаких добавок, просто шелк, очень роскошный. Мы уже шьем, у нас тут блузочку заказали. Просто красота. Конечно, если удастся точно такого оттенка найти шелк, допустим, атласный можно на планочке, допустим, или батист на окантовку внутренности. Можно вообще без всяких планочек шить вот ровную блузу с длинным рукавом, с манжетом, присобранным, а пуговичка сзади может быть. Может это быть платье. У нас женщина пришла, говорит, я хочу такое платье. Может быть это вставка быть. Допустим, только верхняя часть вот такая вот в складочку, а нижняя часть что-то другое. Хорошо комбинировать его с черным шелком, такую складочку молочную. Она не сильно такая молочная, она немножечко такой ванильный цвет, но легкая-легкая такая молочность, ну и не совсем снежно-белый. Просто очень качественный, шикарный. Стопроцентный шелк, красиво. Так что вот, рекомендую. Конечно, она дороже, чем все остальные ткани, но очень красиво. Представьте, тут у нас складочки заложены одна к одной, что шелк в три слоя. Перед нами две абсолютно очень модные ткани, я бы сказала, сверхмодные, потому что, ну, в этих сезонах последних такая ярко выраженная полоска очень модна. Перед нами шелк. 100% шелк, вот здесь написано 100% шелк, без добавок, без никаких, чистый шелк. Шелк очень высокого качества, вот даже, вот, ну, почти не мнущийся, можно сказать. Для блузок, рубашек, платьев, вот всего чего угодно, комбинезонов, всего чего угодно. Абсолютно роскошный шелк, высочайшего качества. Он без эластана. Ну, я хочу, чтобы наши покупатели понимали, что не всегда хорош эластан. Даже если эластан и присутствует в шелке, он должен быть умеренное такое его присутствие. Не такое, что они как резинки тянутся. Роскошный шелк, абсолютно роскошный. Очень модный, очень модный. Синий. Очень красивый синий цвет с белой полоской. И в этой белой полоске еще две тоненькие синенькие полоски. Очень оригинально расположена здесь полоска. Сейчас покажу вам хлопок. Там просто черно-белая ровная полоска. И это очень тоже модно. Но здесь очень такая оригинальная полоска. Я даже давно не видела вот такой красивой полоски. Перед нами абсолютный хит сезона. Хлопок 100%, слегка эластичный. По поперечной нити и по продольной абсолютно не эластичной, что очень важно при покупке ткани. Нельзя покупать нам ткань, хлопок и вдоль, и поперек, потом она у нас высаживается, вытягивается, никакой формы не имеет, ничего. Вот такая абсолютно безупречная полоска, черно-белая. Я уже шью себе юбку,
38 сантиметров ровная полоска, и потом у меня там будет оборка, а на оборке я просто вот так буду, не вот так собирать, вот так вот, как мы обычно собираем, а вот так вот закладывать белую внутрь складочку, вот так вот раз, и у меня будет такой эффект по черной босоножке, что у меня эта оборка будет как бы черной начинаться, вот так вот, и там она не утюжится, ничего не будет, вот так будет расходиться. 100% хлопок, вот здесь написано. Я неправильно сказала, 95% хлопок, 5 эластан. Так что, модницы, держитесь. У нас есть возможность быть очень модными в этом сезоне, благодаря вот такой вот красоте абсолютной. Перед нами еще два шелка. Один шифон шелк 100% и один шелк. Шелк абсолютно такой очень красивый. Непростой шелк, а в нем вот сам вот шелк как жаккардовый. Если близко показать, то видно вот на этом светлом фоне вот такие вот тут жаккардовые. Очень приятные на ощущение абсолютно. Ну и по такому жаккарду светлому вот такие вот огурцы. Безумно красивые огурцы. Абсолютно новая коллекция, очень красивая. Красиво, а главное, качественно. Обратите внимание на такой шелк, обратите внимание на эту бесподобную графику, которая в каждом вот огурце какая-то, она такая своя. Как будто ее вот пером вот тут вот рисовали, в каждом совершенно вот свое, очень красивое. Ну и последняя ткань, которую хочу вам представить, вот такой вот абсолютно восхитительный шифон. 100% шелк написано от производителя. Очень такие розы. Очень такое спокойно розовое, античный розовый цвет. С серым. Вот шифон просто вообще прямо к моему вот этому платью. Ну, потому что такой крупный рисунок. Я бы его не назвала блузочным, рубашечным. Я бы его назвала все-таки плательным. Потому что на платье очень роскошно будет. Хоть длинное, хоть с оборками, хоть какое угодно. Кто что любит шить из шифона. Показали вам все последние новиночки. Очень всем желаю, когда вы покупаете ткань, чтобы у вас и результаты получались хорошие. Кто сам шьет, чтобы все получалось, кто не сам шьет, чтобы выходили на таких мастеров, у которых бы все получалось. И чтобы все наши труды не были напрасными, чтобы в конце концов мы все-таки были красивые и шикарные. Подписывайтесь на наш канал, заглядывайте в наш интернет-магазин. Всего хорошего. С вами были мы, Паукштейн Михайловна и вся наша команда. Ссылки на ткани будут внизу под видео.